Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами, как складывать в столбик десятичные дроби. Итак, первое число 5,8 прибавить 22,191. Для того, чтобы правильно подписать, мы должны помнить следующее правило. Запятая подписывается всегда под запятой. И на первое место мы выписываем то число, которое длиннее. Итак, 22,191. Как мы подписываем? Запятая под запятой, то есть пятерка под двойкой. Восьмерка под единицей. И когда у нас еще остается свободное место, мы дописываем два нолика. Иначе мы не имеем права складывать. Начинаем складывать. 1 плюс 0. 1. 9 плюс 0. 9. 1 плюс 8. 9. Ставим запятую под запятой и складываем дальше. 2 плюс 5 – 7. И сносим. Да, 2. 27,991. Рассмотрим второй пример. 2,7 прибавить 1,35 и прибавить 0,8. На самом деле можно складывать все три примера в один столбик. 1,35. Я беру самое длинное число. Прибавить 2,7. Поскольку под пятеркой место свободное, я дописываю нолик. И еще прибавить 0,8. Место под ноликом свободное, дописываю 0. 5 плюс 0 и 0 будет 5. С конца, да? 3 прибавить 7 – это 10. И прибавить 8 – это 18. 8 пишем, 1 запоминаем и ставим запятую. 1 плюс 2 плюс 0 будет 3. И в уме у нас еще запомнено 1, итого 4. 4,85.